Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянц, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на наш новый проект, который называется «Марафон машинного вязания. Безрукавка Кауни». Это марафон платный, на котором мы будем вязать из пряжи Кауни. Пряжа Кауни очень своеобразная, и несмотря на то, что она очень красивая и яркая, и позитивная, у нее очень много нюансов, которые не все знают, как использовать. И этот марафон, как и все наши марафоны, в которых мы стараемся стимулировать не просто к просмотру или к покупке урока, но к вязанию, марафон заключается в том, что мы вяжем изделие, которое еще не создано. Мы его вяжем практически вместе с вами, может быть, опережая на 1-2 урока. И поэтому сейчас у нас пока пряжа находится вот в таком виде. Но через несколько дней она будет размотана для того, чтобы мы могли ее использовать в клубочках. И после этого она должна будет превратиться в какое-то вязаное изделие. Как оно должно выглядеть? Я взяла и попыталась изобразить, как бы я хотела, чтобы это изделие выглядело. Но так как у пряжи Кауни очень мягкие плавные переходы, то я не стала заморачиваться и изображать, как это выглядит. Вот схема с направляющими линиями примерно вот такая. Как это будет выглядеть из Кауни, вы увидите уже, когда мы начнем вязать и когда будут присылаться отчеты участников марафона. Но наш спонсор, магазин пряжи Купишоп, пряжа Саули Кауни из Прибалтики, и его хозяйка Оксана предлагают эту пряжу в Санкт-Петербурге, и вы можете приобрести ее и участвовать в марафоне со скидкой, потому что в этом случае у нас есть один из тарифов, на которых предусмотрена скидка при покупке пряжи в этом интернет-магазине. Так вот, по нашей просьбе в этом магазине выставлен пост о том, как же создается эта пряжа. И самый большой секрет оказывается в том, что производитель не красит пряжу Кауни, а он берет пряжу готовую, окрашенную, и придет ее по заданной программе. Именно поэтому получаются пасмы такой огромной длины с цветовыми сегментами любой заданной величины. И то, что мы ценим в этой пряже, это то, что у нее есть плавные переходы от одного цвета к другому. Мы ценим именно за плавные переходы. Но очень сложно в вязаном изделии подобрать так, чтобы изделие было не просто полосатым, а чтобы этот цвет обыгрывался. Как это будет происходить, вы узнаете непосредственно уже на самом марафоне. Марафон не бесплатный. Мы предусмотрели несколько тарифов от 300 рублей до 600 рублей. Если 300 рублей – это участие с отчетами, когда участник вяжет вместе с нами и выкладывает отчет, до 600 рублей, когда предоставляется просмотр урока в течение недели без отчетов плюс запись. Поэтому выбирайте тот вариант участия, который вам будет интересен, и вяжите вместе с нами. Мы будем вязать изделие на меня, а вы сможете по нашим описанием вместе с нами связать изделие на свои размеры, потому что выкройка, которую мы будем использовать, имеет такую форму, что она может быть подогнана под любую фигуру с помощью небольших хитростей. Если вы еще не готовы вязать с нами, все равно вступайте в нашу группу, которая называется «Безрукавка из Кауни», и вы будете видеть отчеты участников и что же получится в результате. Напомню, что спонсор нашего мероприятия, магазин «Купи нити шоп», пряжа Саули Кауни из Прибалтики, предоставляет скидку 10% всем участникам марафона, а тем, кто покупает для участия в марафоне эту пряжу, мы предоставляем еще дополнительную скидку на оплату самого мастер-класса. То есть вы получаете двойную скидку. Начало марафона 10 января. Приобретайте пряжу, и мы вместе с вами в течение месяца за 5 уроков создадим наше вязаное изделие. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.